Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ассаламу алейкум! Мир дому вашему! Напишите, пожалуйста, в чатик плюс, если вы на месте, если вы готовы, то мы, собственно, будем начинать сегодняшний мастер-класс, который посвящен системе мониторинга Zabbix. Поэтому, если вы уже на месте, если вы уже выпили вкусного чая, собственно, если вы приготовили уже Linux, Debian, то вы можете, собственно, повторять за мной и как бы учиться, да, коллеги. Новый формат обучения – это мастер-классы. Это когда ты можешь быстро повторять, когда ты можешь повторять вот за инструктором, за преподавателем все это дело и учиться, да, то есть learning by doing, то есть на практике, делая, обучаясь. Это очень классно, поэтому пишите плюс, если вы на месте, если вы готовы. И мы, собственно, начинаем. Следующий важный момент, коллеги, то, что все наши мастер-классы, которые мы делаем по вашим заявкам. Соответственно, коллеги просили Zabbix, и как бы мы сделали Zabbix. Поэтому пишите, откуда вы и чем вы занимаетесь. Например, компилируйте ядро FreeBSD, хотя это не сложно. Патчите KDE, это, кстати, тоже make patch, одна команда, это тоже не сложно. Поэтому, если вы что-то делаете сложно и у вас не получается, то, пожалуйста, пишите, потому что мастер-классы только по вашим заявкам. Значит, терминал уже открыт, прекрасно, это здорово, коллеги. Поэтому, что-то не получается, то говорите, мы будем вам помогать с этим. Значит, что помешало мне начать семинар ровно в 15:00? Спрашивает Василий. Василий, мне помешала вот эта лампа, потому что она китайская, нету контакта, и она моргала. Поэтому пока я подкрутил, пока я сделал контакт, то вот, собственно, немножко затянулось. Ну, ничего страшного, это, как говорится, нам не помешает сегодня провести мастер-класс. Так, ядро фряхи собирать просто. Да, make build kernel, всего-навсего одна команда. Я, кстати, когда-то входил в команду разработчиков FreeBSD. Ну что, коллеги, давайте делать. Значит, для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко. Я сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО и Linux Professional Institute. Мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить свою квалификацию, повысить свою экспертность и зарабатывать больше. А компаниям найти высококвалифицированные кадры. Соответственно, сегодня мы повышаем квалификацию и, собственно, будем разворачивать Zabbix. Вот такие у нас сегодня задачи. Так вот, дальше. Я вам там обещал $100. Помните, в письме, которое вы получили, там было написано $100. Поэтому, если вы хотите получить прямо сейчас себе на счет $100, для чего? Для того, чтобы можно было разворачивать все это дело, для того, чтобы можно было тренироваться, для того, чтобы можно было учиться, ну или на другие цели. Если вы хотите $100, пишите в чат 100, пишите в чат 100 и, собственно, значит, прямо сейчас мы вам отдадим этих $100, причем каждому из вас. Значит, так, новую версию фряхи. Значит, обновление фряхи. Ну, обновляется, там мир нужно собирать FreeBSD. Ну, FreeBSD на самом деле не сложная система, она очень документируемая, поэтому, коллеги, FreeBSD это не самое сложное, что есть в вашей жизни. Так, Владимир хочет $100, Виталий, молодцы, Александр. Так вот, если вы хотите $100, что дальше? Значит, прямо сейчас я вам бросаю в чат ссылочку со $100. Так, где она тут у меня вот? Значит, вот моя ссылочка. Я нажимаю здесь, собственно, Ctrl-C. Вам в чат вставляю Ctrl-V. Значит, Ctrl-V. Так, ссылочка, как говорится, улетела. Значит, кто-то хочет уже 200. Значит, еще раз ссылочка, чтобы не потерялась. Значит, коллеги, ссылочку скинул. Коллег, прошу переключить рабочий стол на мой компьютер. Что это за ссылка? Да? Давайте теперь подробнее про нашу с вами ссылку. Ссылка try.digitalocean.com/performance. Что это за ссылка? Эту ссылкой мне поделился один мой хороший друг. И здесь можно получить, как говорится, на шару $100. Но есть некие ограничения. Давайте сразу ограничения, чтобы никто не говорил, что там кидалово какое-то и так дальше. Начну с самого главного. Эта ссылка не реферальная. То есть я на вас ничего не заработаю. Поэтому не думайте, что я скорее на вас заработаю. Нет, эта ссылка не реферальная. Вот, собственно, есть здесь видно, да, никаких параметров в этой ссылке нету, поэтому она не реферальная. Значит, следующий важный момент. Вот здесь вот чуть ниже написано то, что вы получите $100, но не навсегда, на 60 дней. То есть 60 дней вам дается вот эти вот $100. Но при этом required
valid credit card, то есть будут проверять вашу личность, будут проверять, что вы действительно человек, а не какой-то там бот. Поэтому при регистрации нужно будет ввести номер кредитной карты. На вашей кредитной карте будет заблокирован $1, и дальше вам вернут назад этот доллар через сутки. Через сутки он вам вернется. Поэтому вот такой вот важный момент. И дальше вам на счет падает $60, и вы их можете тратить в Digital Ocean на свое развитие. Вот такие, собственно, у нас планы с вами на ближайшее будущее. Поэтому, собственно, регистрируйтесь прямо сейчас. Кто получил $100, пишите прямо сейчас себе в чат, нам в чат, что действительно я получил $100, чтобы никто не говорил, что это кидалово какое-то. Значит, быстро регистрируйтесь и, как говорится, поехали. Да, я пока потяну еще чуть-чуть времени, чтобы вы успели зарегистрироваться и вместе со мной настроить запись. А, вот такие вот, собственно, дела. Значит, что дальше? Дальше, собственно, сейчас я тут разверну. Да, я сейчас это дело все удалю. Значит, развернем Zabbix. Да, я разверну это все в облаке. Ну и тоже вам расскажу об облачных технологиях. Значит, когда вы зарегистрируетесь, у вас на счету будет уже $100. Дальше их можно просто брать и тратить. Так вот, коллеги. Как же учиться? Как же учиться в DigitalOcean? Как же легко сейчас стало учиться на самом деле? Вот показываю прямо сейчас для вас, чтобы вы могли учиться, чтобы вы могли разворачивать все эти облачные технологии, как говорится, тренироваться. Значит, вот когда вы зарегистрируетесь в DigitalOcean, вот здесь вот сверху есть Create. И, собственно, мы будем сейчас создавать облачный сервер, да, Create Cloud Service. Значит, Droplet, да, в терминологии Droplet это капля, да, соответственно, мы создадим вот эту каплю, этот облачный сервер. Так, значит, нажали создать, открывается. Здесь, собственно, высвечивается, какие могут быть вот здесь вот у нас эти сервера. Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian и CentOS. Соответственно, мы будем сегодня разворачивать Zabbix на Debian, поэтому я выбираю Debian. Ну и, собственно, версия Debian у меня будет 10-я. Последний Debian, 10-й Debian. И, собственно, пожалуйста, вот мы это дело все выбираем. Дальше, какой у нас будет choose план? Какой будет у меня план? У меня будет Starter, Standard Edition. Вот, значит, здесь вот можно выбрать, собственно, по тот сервер той производительности, который нужен. Значит, за $40 в месяц будет 8 гигабайт оперативной памяти, 4 процессора, 160 SSD диска и 5 терабайт трансфера. Ну, это за $40. Есть тарифные планы подешевле. Ну, вы помните, что у вас $100, поэтому вы можете так придумать, чтобы вам хватило на 2 месяца этих $100. Да? То есть можете рассчитывать вот $40 в месяц, то есть вам вот за 2 месяца набежит там на $80, ну и 20 еще там останется. Или можете делать поменьше сервера, чтобы сэкономить деньги, но их, чтобы их было больше. Понятная идея, да? То есть можно или много, но дешево, или один, но большой жирный сервер. Так вот, что я буду выбирать? Мне, в принципе, значит, я сейчас это разворачиваю для тестовых целей, поэтому он у меня не будет супер крутой, не будет супер дорогой. Мне, в принципе, хватит 4 гигабайта оперативной памяти, 80 SSD диска и 4 терабайта трансфера. То есть я выбираю за $20 в месяц. Дальше. Блок Storage Device. Я здесь ничего не буду выбирать. Собственно, мне как бы и не надо. Система хранения данных. Если у вас там Zabbix будет большой, вы в него там много чего будете заводить, то понятно, что вам нужен Storage побольше и нужно будет сделать это все побольше. Дальше. Choose Data Center. Значит, где я буду выбирать, в каком регионе будет находиться, в каком дата-центре будет находиться мой сервер. Я выбираю Франкфурт. Почему Франкфурт? Потому что я физически нахожусь в Украине. И с Украины самые быстрые каналы это во Франкфурт. Поэтому я выбираю Франкфурт. Вы можете выбрать другой регион. Собственно, я не знаю, где вы там находитесь. Поэтому, если вам ближе Нью-Йорк, то выбирайте Нью-Йорк. Если вам ближе Сингапур, выбирайте Сингапур. Поехали дальше. Виртуальная сеть мне тоже не нужна. IPv6 адреса мне тоже не нужны. Аутентификация. Значит, коллеги, у меня стоит аутентификация по ключу SSH key. Соответственно, я буду логиниться по ключу. Если вы ключ импортируете в DigitalOcean, то вы можете логиниться по ключу. Если у вас ключа нету, вот вы только зарегистрировались, то вам нужно будет выбрать Create Root Password to Access Droplets. Значит, этот пароль вам придет на электронную почту. Вот. То есть это будет одноразовый пароль на электронную почту. У меня есть ключ, поэтому я выбираю по ключу. Так, здорово, поехали дальше.
Значит, Finalize and Create. Нужно, собственно, здесь выбрать доменное имя и его, по сути, прописать. Значит, у меня мой сервер будет называться Zabbix. Так, русский язык. Так, еще раз Zabbix. Zabbix.hhbb.me. Вот такое вот доменное имя будет у него. Zabbix.hhbb.me. Так, собственно, здесь все. Бэкапы мне не нужны. Ну, у меня же это как бы учебные цели, да, поэтому я это не буду создавать. Ну, я нажимаю Create Droplets. Вот таким вот легким движением руки, коллеги, одним как бы нажатием у меня создался мой сервер. Да, вот вы видите, как быстро это дело все происходит. Вот. Да, кстати, если есть вопросы, то, пожалуйста, прямо сейчас пишите их в чат. Я на них поотвечаю, чтобы вам было максимально все понятно. Ну и я вам был максимально полезен. Поэтому, как говорится, пишите. С удовольствием на все отвечу. Что лучше, Zabbix или Nagios? Что лучше, Zabbix или Nagios? Ну, мне больше, как вам сказать, больше подходит, вам больше подойдет то, что лучше документируемое. Zabbix, он очень хорошо документируемый. Описание есть на русском языке. Вот, собственно, мы это посмотрим. Мне тоже нравится Nagios. Мне нравятся катки. Ну, блин, тут кому, знаете что, на самом деле разницы особо нету. Тут главное, чтобы вы умели это дело все настраивать, чтобы вы понимали вот эту философию системы мониторинга и почему важно мониторить все, почему это важно с точки зрения безопасности там, да, ведь потому что если начинается какое-то аномальное поведение, то вы можете отреагировать, понимаете, то есть это важно мониторить вообще все. Так, есть еще вопросик. Можно ли Ubuntu 20.04 подойдет? Можно ли использовать 20 Ubuntu? Дело в том, что мы будем ставить через репозиторий, поэтому надо смотреть на сайте Zabbix. По-моему, 20 Ubuntu тоже поддерживается. Вот, собственно, если там зайти на сайт Zabbix.com, download. Ну, давайте сейчас мы к этому дойдем, и я вам тоже покажу. Так вот, коллеги, пока я отвечал на два вопроса, то, собственно, мой сервер уже создался. Можете посмотреть, он уже готов. И я скопирую его IP-адрес и пропишу, собственно, в Cloudflare, в DNS. Вот мой здесь сервер есть. Я это дело все, то, что у меня здесь было, я это удалю. И, собственно, здесь пропишу и нажму Save. И у меня все, видите, сохранилось. То есть я это все прописал в DNS для того, чтобы можно было по DNS заходить на сервер. И чтобы это дело у меня было доступно. Вот такая вот интересная штука. Так, ну что, вроде все готово. Давайте подключаться к серверу. Давайте смотреть, что там, как там. Собственно, это все будет происходить. Значит, пишем Zabbix. Zabbix.hhbb.me. Дальше. Аутентификация будет меня проходить по ключу. Поэтому я выбираю SSH. Вот здесь вот OAuth. Дальше Browse. И я выбираю мой Private Key. Вот мой приватный ключ. И, собственно, здесь нажимаем Open. Нажимаем Yes при обмене RSA ключами. Дальше логин по умолчанию в DigitalOcean root. Ну и, собственно, можете видеть, что я залогинился. Здорово. Значит, следующий этап, что я сделаю, я увеличу шрифт, чтобы вы видели все хорошо, даже на плохом интернете. Так, Change Settings, Appearance, значит, фонд будет жирный. И давайте сделаем 16, чтобы было даже слепому видно. Так, ну что, здорово. Так, давайте посмотрим, что у меня за сервер. Значит, LS-CPU. Значит, вот мой сервер. Значит, два процессора на нем. CPU с две штуки. Intel Xeon 6140, значит, Gold Edition. Вот, пожалуйста, KVM, VTX, Full. Вот все здесь вот все это поддерживается. Ну что, здорово, да? Free-M, смотрим, сколько памяти у меня, 4 гигабайта, свапа нету, вот, собственно, такая вот картина маслом. Собственно, сервер мой готов, если пропинговать Google, pinggoogle.com, все пингуется, видите, все у меня работает, сервер готов, и, собственно, дальше мы будем уже, как говорится, разворачивать. Так вот, кто там уже получил $100, отпишитесь, ну и, собственно, давайте быстренько повторяйте, и мы вместе с вами сейчас создадим Zabbix, все это дело установим, и, собственно, как говорится, вы этому всему научитесь. Значит, что дальше, коллеги? Дальше, так, мне это уже не надо. Дальше, собственно, ссылка на $100 мне тоже не надо, это мне тоже
не надо. Единственное, что дальше мы перейдем к статье, по которой мы будем это дело все делать. Значит, я прямо сейчас вам в чат скопирую ссылочку на статью с нашего блога, да, коллеги, я тоже это дело все подготовился, как говорится, и, значит, вот для нас, для вас, да, чтобы вы могли, потому что мы делали мастер-классы как-то без блога, да, то, собственно, вы жалуетесь, что я хочу Ctrl-C сделать Ctrl-V, мне видео нафиг не надо, сделайте текстовую версию. Вот, собственно, текстовую версию я вам скинул прямо сейчас в чат. Давайте быстренько мы по ней пройдемся и это дело все, как говорится, настроим. Значит, установить Zabbix на Debian 10. Ну что, здорово. Значит, что нам нужно? Нам нужен Debian 10. Значит, какой важный момент? Вот я с чего начну? Я в этом мастер-классе прямо сегодня, прямо сейчас буду ставить 5-й Zabbix. Но есть один важный момент, коллеги. То, что дальше в этот Zabbix вам нужно будет подключать ваше устройство. Для того, чтобы подключать, вам нужны будут так называемые темплейты. Шаблоны, чтобы там по SNMP или там по каким-то другим протоколам, чтобы это дело все хавалось. Что это означает? Это означает, что вы можете установить самый последний Zabbix, но под него не будет каких-то темплейтов, под него может не быть каких-то мибов, под него может что-то не быть. Поэтому может так получиться, что вам Zabbix подойдет не последний, а какой-нибудь передпоследний. То есть не стремитесь ставить супер последний Zabbix, потому что может потом что-то не работать. Вот там в чат кто-то из ребят писал, как мне агента собрать самому из исходных кодов. Да, вам может быть, вам нужно мониторить какую-то камеру видеонаблюдения, которая не супер новая, которая не супер крутая. Но у вас их много, например, простые китайские какие-то камеры, да, их нужно мониторить. Но у вас есть темплейт для старого Zabbix, для третьей версии Zabbix. Поэтому, если вам нужен третий Zabbix, ставьте третий. Тут посмотрите, тут есть важный момент, то, что нужно подставить тот Zabbix и именно с тем Zabbix разбираться под систему, под ваш мониторинг. Вот это очень важный момент. Я поставлю 5-й. Почему 5-й я сейчас ставлю? Потому что куча народа в чате скажет, а что ты ставишь не супер новый, что ты ставишь старый? Поэтому я ставлю, собственно, такой. Но вас я предупредил, что потом никто не писал в комментариях, что я поставил последний, под него ни хрена нету. Значит, еще раз, ставьте тот под систему. Вот это очень важный момент. Поэтому на это нужно обратить внимание. Так, ну что, поехали дальше. Кстати, у нас есть в блоге статья и для третьего Zabbix. Собственно, третий Zabbix, тоже вам скидываю статью по третьему Zabbix. Вот как установить третий Zabbix, скидываю вам тоже в чат. Может быть, вам это будет тоже весьма полезно. Так, ссылочка ушла. Значит, дальше. Переходим дальше. Шаг 0. Обновить систему. Значит, я начинаю с обновления системы. Команды несложные. apt-get-update, gist-upgrade, shutdown-r. Да? Собственно, давайте прямо сейчас это все сделаем. Обновим нашу систему. Вот, значит, это три команды сразу у меня здесь, да, то есть через ampersand я прописал, чтобы я не отвлекался, а эта вся штука, чтобы вся поставилась. Значит, будет установлено на 69 мегабайт обновлений, будет обновлено ядро до 4.19 версии, ну и тут какие-то там библиотеки, значит, больше мне, в принципе, ничего не надо, yes, собственно, обновление пошло. Поэтому, да, нужно это обновить, потому что без этого плохо будет, поэтому все у нас обновляется. Ну и последний этап обновления – это перезагрузка сервера. Да, важно перезагрузить, потому что новое ядро, оно вступает в силу, оно начинает работать, когда вы сервер перегрузите. Так, ну что, ядро уже почти поставилось. Значит, тут что-то тут еще ставится. Вот ядро наше. Так, загрузчик обновляется. Так, 97%. Так, загрузчик, дан. Ну что, пошла перезагрузка. Пока сервер перегружается, задавайте, коллеги, вопросы, я на них тоже отвечу. Карту сети делать будем? Будем ли мы делать карту сети? Нет, коллеги, сегодня у нас только установка и разворот Zabbix, и все, как говорится. Почему? Потому что там просто пипец. Можно отдельный курс сделать по Zabbix, сколько всего этого дела. Но я покажу какие-то простые моменты, чтобы вы могли этим тоже, как говорится, воспользоваться. Так, ну что, restart session, root. Обратите внимание, как в облаке быстро сервер перезагружается. Все прям очень быстро перезагрузилась.
Так, ну что, поехали дальше. Значит, что там дальше по статье? Значит, по статье, да, тут пошла обновление, обновление, обновление. Так, следующий шаг у нас будет шаг 1. Шаг 1. Установка веб-сервера Apache и пакетов PHP. Значит, есть важный момент, то, что у нас Zamex будет с веб-интерфейсом, ну, в смысле с веб-мордой. Поэтому для того, чтобы мы могли управлять нашим Zamex веб-интерфейсом, то нам нужно поставить, по сути, Apache, PHP и MySQL. Поэтому прямо сейчас мы с вами это, как говорится, возьмем и запилим. И запилим, запилим. Так, 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 копировать. И сюда мы это дело вставляем и нажимаем Enter. Собственно, вот этот все у меня займет 90 мегабайт. Я нажимаю Yes. И, собственно, пошла установка Apache, PHP и всяких там расширений, которые нужны для Zamex. Вот да, то есть я, кстати, не ставлю все подряд расширения PHP, а только те, которые нужны для Zamex. PHP будет перед последней 7.3. Опять-таки, коллеги, не стремитесь ставить супер последние пакеты, потому что система достаточно таки сложная и может быть вот каких-то библиотек не быть под Zamex для именно последнего PHP. Поэтому на это обратите внимание, могут быть такие вот всякие нюансы. Так, есть вопрос, да. Там какая-то команда zcat, user share, doc, zabbix, server ругается. Отрабатывается ошибка, но еще доступа. Значит, где-то там какая-то ошибка. Ну, сейчас посмотрим, что там дальше. Значит, так, ну что, все установилось. По идее, я теперь могу зайти на мой lamp, должен уже заработать. Значит, пишем zabbix, zabbix.hhbb.me. Вот, нажимаем Enter. Да, прекрасно, у меня уже Apache заработал. Apache Debian, Default Page. Ну что, у меня все завелось. Поехали дальше. Следующее, что мы там делаем? Давайте поехали дальше. Так, 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 так. Это тут тоже все ставится. Шаг 1 у нас успешный. И мы идем еще дальше. Значит, да, значит, статус Apache тоже можно проверить на всякий случай. И убедиться, то, что он у меня действительно работает. Вот active, running, все, пожалуйста, 49 секунд назад он у меня запустился. Здорово, поехали дальше. Значит, следующая установка баз данных. Значит, мы в этом примере будем ставить MariaDB. Вот это как бы ответвление от MySQL. Нравится, ставьте MySQL, кому-то нравится MariaDB. Я поставлю, собственно, MariaDB. Значит, ставим MariaDB. Так, 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 копировать. Сюда вставляем. Так, стоп, 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 еще раз. Так, еще раз сюда, так, Ctrl-V. Так, MariaDB у меня займет 170 мегабайт. Я нажимаю Yes, и, собственно, пошла установка. Собственно, коллеги, я прямо сейчас пользуюсь базовыми командами Linux. Собственно, эти команды есть в курсе, который называется Linux Unhatched. Введение в Linux. И этот курс стоит всего-навсего $15. Поэтому вот если вы хотите базово понимать вообще вот работать с Linux, то записывайтесь на этот курс. Он несложный, он 2 недели, и он организован по принципу learning by doing. То есть делаете и учитесь, учитесь и делаете. Вот по простому принципу. Там изучается всего-навсего 20 команд, самые необходимые для работы с Linux. Поэтому я вот как раз прямо сейчас этими командами пользуюсь. Так, ну что, MariaDB у меня установилась, базы данных у меня готовы. Дальше их нужно настроить. Настроить в первую очередь, собственно, безопасность. Да, проверяем статус MariaDB. Что там у нас тут со статусом? Смотрим, MariaDB у меня, пожалуйста, вот установилась. Running, active, 41 секунду назад запустилась. Потребляет 73 мегабайта оперативной памяти. Ну что, здорово. Поехали дальше. Значит, следующее, что мы делаем, коллеги, мы запустим скрипт, который называется MySQL Secure Installation. Вот, собственно, задача этого скрипта — это выключить различные моменты, которые не нужны. Вот, то есть повысим безопасность нашего MySQL сервера. Значит, запускаем. Дальше нужно ввести пароль для пользователя root. По умолчанию пароль root не стоит. Я нажму Enter. Система меня спрашивает, поставить пароль root. Я нажимаю Yes. Конечно, пароль должен быть, с точки зрения безопасности. Без пароля вообще нельзя. Поэтому я нажимаю Yes. Ну и дальше я ввожу пароль пользователя root. Вот пароль пользователя root. Вот так вот мы его сюда вводим. Дальше удалить анонимного пользователя, анонимуса. Да, удаляем, он нам нафиг не нужен.
Отключить удаленный доступ руту. Да, я не хочу, чтобы рут мог, к руту можно было подключаться удаленно, поэтому отключаем. Дальше удалить, значит, тестовую базу данных. Да, удаляем. Значит, перезагрузить привилей. Да, перезагрузить, нажимаем yes. Yes, ну и, собственно, вот все. Безопасность нашего MySQL, как говорится, повышена. Повышена. Поехали дальше. Значит, следующее, что мы смотрим. Так, это пример вывода. Значит, дальше, следующая задача, коллеги. Это, по сути, нам нужно будет сделать, значит, создать базу данных, создать пользователя. Это будет Zabbix пользователь. База данных будет тоже называться Zabbix. Для того, чтобы вот, собственно, все эти наши параметры, все логи, все вот эти события, все хранилось у нас в базе данных. Давайте прямо сейчас мы это сделаем. Значит, я подключаюсь под рутом. Вот дальше введу пароль, который я назначал для рута. Вот как раз, когда запускал Secure Installation Script. Так, видите, я подключился под рутом. Здорово. Значит, ну и дальше мы создаем пользователя и базу данных. Начнем создание базы данных. Значит, база данных у нас будет называться Zabbix. Значит, charset будет у нас UTF-8 кодировка. Collation будет UTF-8 bin. Так, collate. Так, нажимаем. Так, создали. Дальше, следующее, мы создадим пользователя Zabbix. И назначим ему права на, собственно, на базу данных Zabbix. Дальше. Обратите внимание, пароль пользователя admin@monit1. Коллеги, вот этот пароль, ну, опять-таки, вот прямо сейчас вы его видите, но желательно, чтобы вы его не видели. Да? То есть пароль должен быть достаточно надежный. Вот так создали. Ну и, собственно, дальше нужно выйти. Просто сделать quiet. Так, выходим. Так, ну что, здорово, получилось, все получилось. Ну, следующий этап, это, собственно, уже подключить репозиторий базы, репозиторий Zabbix в нашу систему. Конкретно это будет Zabbix 5, LTS, и это все будет под Debian. Вот кто-то из ребят там, ну, недавно задавал вопрос, значит, Zabbix.com, значит, задавал вопрос по поводу Ubuntu 20 и там чего-то там еще. Значит, здесь на самом деле есть, так, подтвердить, значит, здесь вот есть кнопочка скачать, если ее выбрать, то, собственно, вы можете выбрать тот Zabbix, который вас интересует и вашу систему. Значит, смотрите, 5.0 LTS, Ubuntu 20 MySQL Apache, да, вот, собственно, репозиторий вот такой вот для 20 Ubuntu. Если вас интересуют другие Zabbix, там, 4 LTS или 3, может быть, даже 3 LTS, коллеги, такое тоже может быть, я уже говорил про темплейты, обратите внимание, то, что здесь вот, вот это важно, да, но на самом деле здесь платформа легко выбирается, значит, еще раз, 5, Debian, вот 10, причем MySQL Apache, да, вот, собственно, репозиторий, вот такой вот деп-пакет. Поэтому обратите на это внимание, то, что, по сути, Zabbix можно поставить на все, что угодно. Вот видите, какие системы есть, CentOS, Oracle, Linux, Ubuntu, Debian, SUSE Enterprise, Raspbian, даже на Raspberry Pi можно поставить, офигеть. Вот, ну, пожалуйста, вот как бы... Причем, обратите внимание, ставится на все, что угодно. И, как по мне, это очень классно. Да, да, кстати, обратите внимание, здесь нету FreeBSD, но FreeBSD это все ставится из портов, поэтому make install, как бы, в принципе, несложно. Так, ну что, поехали дальше. Значит, следующее, что меня интересует, да, я вам показал, да, это, поехали дальше. Я, собственно, то же самое сделаю. Я скачаю деп-пакет для установки, собственно, репозитория и всего остального. Так, копировать. Дальше мы скачаем это все дело. Так, пожалуйста, скачалось. Дальше нужно будет установить этот деп-пакет. dpkg-i. Вот мы его установим. Собственно. И при установке произойдет у нас подключение репозитория. Это очень важно. Значит, следующая команда apt-update, обновить список пакетов в репозитории, и мы сможем это делать все, по сути. Вот видите, появилось у меня здесь три репозитория. Вот они, собственно, здесь
и подключены, да, вот, об этом, и с них мы, собственно, будем и дальше ставить наш забекс. Так, прекрасно, поехали дальше. Значит, следующий шаг, коллеги, следующий шаг, надеюсь, вы за мной успеваете. Я стараюсь максимально все объяснять, если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Значит, следующий шаг, что я буду делать? Есть вопросы? Прекрасно, задавайте. Можно то же самое на виртуалке? Можно ли поставить все на виртуалке? Да, можно на виртуалке. По сути, я ставлю сейчас это в облаке, а облако это тоже виртуалка. Поэтому вы можете развернуть это прямо сейчас, вот в облаке или в себя на виртуалке, или на Raspberry Pi. Можно где угодно это запилить. Система такая, достаточно Zabbix. Вот он мне чем нравится, он очень документируемый. И под него почти все есть. Поэтому это здорово. Единственное, что не спешите ставить последний Zabbix, потому что могут быть нюансы. Если у вас там какие-то китайские камеры, под него может что-то там не быть, поэтому могут быть такие вот приколы разные. Ну вот как раз спрашивали, как отличается установка от CentOS? Значит, как отличается установка для CentOS? Никак. Значит, смотрите, заходим вот сюда, дальше выбираем CentOS, последний 8, и вы скачиваете вот такой вот RPM пакет, вот, и его устанавливаете. И под Windows нет. Под Windows Zabbix нету. Под Windows вообще ничего нету, коллеги, забудьте. Windows уже похоронен давно, если вы это не заметили. Абсолютно все сервера, большинство, скажем так, серверов работают под Linux. Я даже скажу вам честно, подозреваю, что Microsoft Azure тоже работает под Linux. Просто об этом не говорят вслух. Но мне что-то так вот как-то... Вы же в курсе, что Microsoft сейчас уже выпустила даже Linux. Microsoft. Поэтому, собственно, вот такая картина. Изучайте Linux, за этим будущее. Значит, для CentOS, еще раз, 5-я версия, например, CentOS, 8-й MySQL Apache. Хотите, ставьте 4-й, вот под то же самое. Хотите 3-й, под CentOS, под 7-й CentOS, 3-й можно поставить тоже. То есть вот такой вот гайд. Собственно, я вам скину вот такую вот ссылочку, на самом деле, Ctrl-C. Я ее вам скину на всякий случай, чтобы вы могли под свою систему это дело все, как говорится, выбрать. Значит, там есть вот переключалка, да, собственно, все это дело можно выбрать. Поэтому выбирайте. Да, есть еще вопросик. А у нас Zabbix узлы будут или только агент? Узлы. Дело в том, что там понятие как в узел можно завести все, что угодно. То есть, а дальше вы эти агенты ставите и в узлы их заводите. Поэтому как бы, то есть понятие, в терминологии Zabbix понятие узел это сильно расплывчато, я бы так сказал. Так, ну что, поехали дальше. Я возвращаюсь сюда. Еще маленький вопрос. Еще реальный ли домен? Реальный ли домен? Да, конечно, домен реальный. Я вам дальше что показывать собираюсь. Вы к нему тоже будете подключаться. Поэтому, ну что, поехали дальше. Значит, следующее, что я делаю, я устанавливаю Zabbix Server MySQL, Zabbix Frontend PHP, Zabbix Apache Conf и Zabbix Agent. Вот, собственно, что я дальше делаю. Значит, я это делаю все, как говорится, копировать. И сюда устанавливаю и нажимаю Enter. Значит, 37 мегабайт займет. Окей, yes. Так, понесла душа в рай. Все устанавливается. Так, да, обратите внимание, как быстро все это ставится, потому что у меня Xeon Gold Edition, поэтому вот реально быстро все. Так, ну что, здорово, все установилось. Значит, следующий этап, следующее, что мне нужно сделать, это загрузить, собственно, с помощью команды zcat. Что такое zcat? Есть команда cat, а есть zcat. Значит, zcat это команда, которая умеет распаковывать gz-файлы, да, вот так, gz архивы, да, и, собственно, нам нужно импортировать таблицы, импортировать пример таблиц для Zabbix, поэтому давайте мы это сейчас прям сделаем. Значит, я это делаю все вот так вот выделяю, значит, копировать и, собственно, сюда вставляю. Обратите внимание, я захожу под пользователем Zabbix. Вот здесь написано, видите, сейчас я попробую растянуть, чтобы было всем по максимуму видно. Значит, еще... так не получается. Как бы я не хотел, это не получается. Значит, обратите внимание, здесь стоит минус U. Вот в кого там, кто говорил, что у него ошибка. Значит, минус U вы указываете пользователя. Минус P вы указываете, что спрашивать пароль. А пробел Zabbix это таблица, куда вы будете захерячивать ваши данные. Понятная идея, да? Собственно, здесь я нажимаю Enter. И вопрос, какой вводить сюда пароль? Пароль нужно вводить тот, который был у меня перед этим. А перед этим у меня был пароль admin
Собака монит один. Помните, да? Админ, собака монит один. И нажимаем Enter, и идет импорт. Вот это очень важно. То есть там Enter просто нельзя нажать. Вот в кого там ошибка только что была, кто там чат писал, коллеги. Вот, вот тут нужно быть внимательным. То есть вы подключаетесь к MySQL под пользователем Zabbix. И пароль должен быть тот, который вы установили. Установили накануне. А, вот, у меня это был админ собака монит 1. Так, ну что, успешно все импортировалось, все здорово. Значит, следующий этап, коллеги, это по сути конфигурация самого сервера Zabbix. Давайте мы его, как говорится, отконфигурируем. Значит, будем менять параметры файла, файла Zabbix, нижнее подчеркивание, server.conf. Там, по сути, нужно всего лишь навсего прописать пароль этого пользователя. Значит, тут много чего уже прописано. Нам это все не надо. Лог-файлы. Так. PID-файлы. Значит, сокет, значит, DBName, значит, база данных. У нас по умолчанию Zabbix, я ничего не менял, хотя можно придумать себе на голову переключение. DBUser тоже у меня по умолчанию Zabbix. Ну и, собственно, вот здесь вот стоит DBPassword. Обратите внимание, то, что здесь пусто, пусто, да, то есть сюда нужно ваш пароль прописать. У меня еще раз пароль админ. Значит, это тот пароль, когда вы к MySQL подключались и создавали пользователя, пользователя Zabbix. Значит, админ, собачка, monit1. Так, escape, двоеточие, double, двоеточие, q. Значит, да, это как выйти с редактора VI. Еще раз, как пользоваться редактором VI, как пользоваться редактором Vim, это есть в курсе, который называется «Введение в Linux». Стоит $15, блин, коллеги. Пройдите, очень рекомендую, практический курс. Так, ну что, здорово. Значит, следующий этап, что мне нужно сделать, это отконфигурировать немножко веб-сервер Apache и указать часовой пояс. Почему? Потому что я буду заходить в панель управления моим Zabbix и, по сути, буду смотреть время, и время надо, чтобы было такое, как у меня. Да? То есть у меня сейчас на часах 15 часов 56 минут, чтобы часовые пояса совпадали и все такое. Поэтому будем редактировать файл apache.conf. Так, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Значит, что здесь нужно, собственно, сделать, коллеги? Здесь на самом деле нужно... Значит, раскомментировать вот эту строчку. Ну, здесь для 5 PHP, у нас на самом деле 7 PHP, 7.3, но я все равно раскомментирую. PHP date.timezone. Здесь стоит Европа, Рига. Значит, я это дело отредактирую и сделаю Киев. Киев. Так, Киев, да, вроде правильно написал. Так, поехали дальше. Значит, для 7 PHP то же самое. Вот это мы дело вытираем. Ну, и здесь мы пишем Киев, все сохранил, escape, двоеточие, double, write, двоеточие, q, вышел, здорово, получилось. Значит, поехали дальше. Следующее, что мне нужно, это перезагрузить, перезапустить Zabbix и все вот это дело. Но единственный нюанс, то, что там, собственно, значит, дальше нужно будет уже подключаться к кому? К Zabbix, и там по умолчанию стоит логин админ, а пароль Zabbix, поэтому чтобы сейчас какой-то говно-хакер не подключился и мне, как говорится, не испортил весь мой мастер-класс, я сейчас включу фаервол и разрешу подключаться только с моего IP-адреса к этому вот Zabbix. Коллеги, это все делается в целях безопасности, потому что, еще раз, сейчас смотрит много людей, поэтому кто-то там что-нибудь там наклацает сейчас, а потом скажут, что типа, о, у тебя не получился мастер-класс. Поэтому сейчас я ограничу, как говорится, доступ к серверу. Значит, я буду использовать firewall ufdouble и введу туда вот такую вот команду. У меня, по-моему, вот этот IP-адрес. Значит, Ctrl-C. Значит, ufdouble. Значит, ай-яй-яй, нету ufdouble. Как нету ufdouble? apt install ufdouble. Так, ufdouble инсталируется. Так, теперь мы активируем ufdouble. Так, ufdouble enable. Так,
Так, так, yes, да. Значит, что важно, коллеги, то, что нужно, если вы применяете фаервол, помните о том, что вы подключаетесь по SSH, чтобы вы не потеряли подключение. Ну, собственно, я вот подключаюсь с этого IP-адреса, поэтому у меня подключение должно остаться. Вы со своего компьютера уже подключиться не сможете. Ну, вот давайте я тоже это проверю. Значит, я сейчас попробую подключиться с другого браузера. У меня другой браузер подключается с другого IP-адреса. hhbb.me, какой там, Zabbix, да, zabbix.hhbb.me, видите, у меня подключения нету, да, то есть здесь вот в этом браузере не открывается, а в этом браузере Ctrl-R у меня, видите, все открывается, здорово, то есть вот firewall у меня работает, я в этом убедился. Кстати, тоже настраивайте firewall, потому что без firewall все плохо закончится. То есть кто-то вас может взять и хакнуть. Ну, об этом нужно помнить. Так, ну что, поехали дальше. Значит, следующий этап — это перезапуск Apache и перезапуск, собственно, Zabbix, Zabbix агента. Все это дело мы сейчас перезапускаем. Значит, так, копировать сюда мы. Перезапускаем Apache, чтобы часовой пояс вступил в силу. Перезапустили. Дальше запускаем Zabbix и Zabbix агент. Давайте мы это дело все запускаем. Так, запустилось. Смотрим, включаем автозагрузку, собственно, Zabbix сервера и Zabbix агента. Так, 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 все у нас запустилось, здорово. Значит, ну что, коллеги, проверяем статус, в принципе, должно все работать. Вот, значит, видите, все, Zabbix у меня стартанул, пишет Active, собственно, 18 секунд назад он у меня запустился, потребляет 27 мегабайт памяти. Ну и тут уже, обратите внимание, пошли какие-то трапы, пошли какие-то сообщения. Это вот агента уже, они даже прилетают. Собственно, это дело тоже уже прямо сейчас, вот видите, видно. Вот такая вот интересная штука. Так, ну что, здорово, значит, агент тоже должен работать, проверяем, ну, это видно в сервере, в принципе, что трапы прилетают, да, то есть вот, что сообщение есть, ну и агент у меня тоже active и тоже работает. Так, прекрасно, значит, с фаерволом я это тоже рассказал, значит, давайте теперь установка веб-интерфейса, давайте мы теперь перейдем к настройке веб-интерфейса. Значит, zabbix.hhbb.me/zabbix. Нажимаем Enter, и у меня вот открывается веб-интерфейс. Здорово, классно. Поехали дальше. Нажимаем Next Step. Значит, и вот здесь вот важный момент, то, что у вас должно быть все гореть зеленым и должно быть написано OK. Значит, здесь проверяется наличие всех библиотек PHP, которые нужны для вашего Zabbix. Собственно, количество PHP Memory Limit 128, 16, видите, 300 Extension Time. Вот часовой пояс URIP Key установленный, MySQL OK, PHP MB String OK, PHP GD 2.2.5. Ну, видите, все у меня здесь, как говорится, в шоколаде, все классно. Вот если у вас что-то не так, что нужно сделать? Там нету, например, там, не знаю, BCMS нету там, или MBString. Значит, установите apt-get install PHP MBString, понятно, да? То есть нужно это дело доустановить, там, или нету PHP LDAP, то есть все это дело устанавливайте, чтобы у вас было вот здесь все должно быть зеленым. Поехали дальше. Следующий этап — это, собственно, подключение к базе данных, к MySQL. Собственно, здесь, по сути, нужно ввести всего-навсего пароль. Пароль тот, которого пользователя Zabbix, которого мы накануне создали. У меня это админ собака monit1. Без шифрования, это все на localhost. Нажимаем Next Step. Так, подключение удалось. Ну и теперь, собственно, мы подключаем нашего агента к, собственно, к нашему Zabbix серверу. Да? То есть Zabbix будет сам себя мониторить. Вот по умолчанию он сам себя мониторит. Поэтому здесь нужно прописать его хостнейм, хотя вроде тоже не обязательно. Значит, здесь он будет меня называться zabbix.hhbb.me. Так, next step. Ну что, вроде все. Pre-installation summary, вроде все. Значит, все круто. Так, нажимаем next step, и все у меня должно произойти. Здорово. Congratulations, you have successfully installed Zabbix front-end. Так, значит, Zabbix conf PHP сгенерирован. Ну и я, собственно, здесь нажимаю finish. Finish. Дальше, коллеги, нужно залогиниться. Логиниться на самом деле просто. Админ
причем с большой буквы, это важный момент, с маленькой не пустить. Вот обратите на это внимание, можете полдня сидеть и подбирать. Значит, Zabbix, пароль по умолчанию Zabbix, нажимаем Sync In. Ну и, собственно, вот я зашел в систему, и, собственно, вот мой дашборд, который по умолчанию. Значит, что важно, коллеги, первым делом, что вам нужно сделать, это что сделать? Это поменять пароль. Потому что пароль по умолчанию админ, имя пользователя админ, а пароль Zabbix. Поэтому, если вы не поменяете, то вас быстро какие-нибудь доморощенные хакеры возьмут и хакнут. Поэтому нужно поменять. Значит, я захожу в User Settings вот сюда. Значит, не в User Settings. Я захожу в Configuration, а не в Administration. Users. Дальше нахожу вот здесь вот админа, видите, вот он у меня здесь. И здесь есть кнопочка Change Password. Я нажимаю на Change Password. И, собственно, его меняю на какой-то свой пароль. И нажимаю Update. Так, пароль у меня изменился. Вот, собственно, дальше я могу, по сути, Firewall выключить, потому что меня уже никто не взломает. Там пароли все установлены, значит, все здорово. Поэтому я возвращаюсь и пишу команду UFW Disable. Так, Disable. Так, Disable, все. Ну и, собственно, у вас тоже, кстати, вот теперь должен открываться. Видите, здесь не подключилось у меня, но вот здесь вот все подключилось, да. Значит, Zabbix. Ну и вы, кстати, тоже можете вот попробовать открыть страницу моей логина. Вас, кстати, тоже сюда должно теперь уже пускать. Так, можно заходить, можно даже посмотреть. Так, здорово. Значит, что дальше, коллеги? Дальше вот здесь вот есть All Dashboard. Значит, и здесь есть Zabbix Server Health. Ну и вы можете мониторить health, вот значение, как это, здоровье вашего же сервера. Вот можете посмотреть, да, это за час, за last hour, давайте last 30 минут. Вот, собственно, загрузка, да, видно, вот что тут вот сейчас вот работает. Значит, catch efference, вот effectiveness, вот, пожалуйста, видно, да. Значит, ну вот тут какие тут параметры, собственно, есть. Так, last 15 минут, да, то есть тут можно менять, ну, на самом деле я вам скажу так, что по вот использование кэша тоже можно посмотреть. Все это дело, вот, пожалуйста, видно. Вот такая вот интересная история. Да, есть вопрос, пожалуйста, задавайте. Zabbix может использовать NetFall или только SMMP? Zabbix на самом деле, вот смотрите, здесь где-то у нас, значит, смотрим, куда мы смотрим, в Configuration, Hosts. Вот здесь вот, на самом деле он может хавать, как, я так понимаю, есть еще протокол ZBX, вот это чисто забоковский, да, SNMP, GMX, IPMI, то есть тут много, что он может хавать, да, то есть вот, собственно, вариантов на самом деле здесь много. Вот, ну что, давайте что-нибудь попробуем. Ну, собственно, все, коллеги, у меня все установлено, пожалуйста, все я вижу, я могу мониторить, по крайней мере, сам себя. Собственно, все у меня работает. И следующая задача, это уже подключать каких-то агентов для того, чтобы мониторить кого-то другого. Так, есть вопросы, да, задавайте. Возможно ли присылать события Zabbix на другую CM? Например, можно ли куда-то пересылать? Честно, у меня не было таких задач куда-то что-либо пересылать. Обычно тут что вам нужно? По большому счету, что нужно сделать, коллеги? Zabbix должен мониторить вашу систему, а дальше вам нужно настроить триггеры, вам настроить события. То есть, если что-то происходит не то, вот при определенных условиях, да, то, собственно, вам или приходит email, или вам приходит какое-то уведомление куда-то там, или еще что-то там, да, то есть вот по большому счету все, что вам нужно сделать. Или прикрутить туда Telegram, вам будет приходить сообщение в Telegram, или еще что-то, да, то есть пересылать куда-то, я не знаю, есть ли смысл в этом. То есть, в принципе, здесь и так все красиво рисуется. Вот такая вот штука. Ну что, дальше, что дальше? Дальше, в принципе, вот все.
Можно попробовать какого-то агента подключить. Давайте попробуем подключим. Если есть желание, давайте подключим. Значит, у меня здесь вот, собственно, значит, мониторить хост. Давайте попробуем что-нибудь промониторим. Значит, да, это тоже статья с нашего блога. Я вам ссылку на нее бросал там в чат, выше, в самом верху есть. Значит, конфигурация хосты, создать хост. Да? То есть вы, собственно, здесь на самом деле все очень хорошо документируется, поэтому все легко делается. Значит, конфигурация хосты, вверху есть create host. Вот, собственно, здесь вы это выбираете. Вот, давайте что-нибудь добавим. Значит, дальше, что тут нужно сделать? Значит, введите группы хоста, введите IP-адрес, как показано, да-да-да-да-да, нажмите добавить. Значит, ну вот, что здесь, hostname, вот IP-адрес и нажать add. Ну, давайте мы тоже что-нибудь добавим. Так, а я DigitalOcean уже закрыл свой. Значит, какой там был у меня домен? У меня был какой-то там домен. Сейчас мы попробуем вспомнить что-нибудь. У меня был, по-моему, SRV, HH, значит, еще раз ping. Ping SRV, HHBB.me. По-моему, вот такой был домен. Да, вот он у меня есть. Значит, сейчас я попробую туда подключиться. Если я вспомню логин, пароль, то у меня должно получиться. Так, пути аутентификация будет у меня по ключу. Так, open, yes, root. Так, да, во, прекрасно, у меня подключилось. Значит, сейчас я попробую добавить вот этот вот сервер. Это тоже какой-то тестовый сервер, значит, ifconfig. Мне нужен его IP-адрес. Вон здесь, собственно, есть. Так, ну что, поехали дальше. Да, создаем. Значит, вводим имя, group name, значит, девайсы. Да, надо здесь тоже это дело все прописать. Значит, hostname будет называться srvhhbb.me. Дальше group, значит, что там у меня, dev devices, значит, template network devices, вот. Стоп, это не network. Так, хост. Какие там темплейты есть? Хост, discovered host. Так, еще раз. Так, Linux servers. Так, вот, Linux servers. Template servers hardware. Вот, прекрасно. Значит, интерфейс. Вот здесь нужно указать IP-адрес. IP-адрес. Значит, вот тут add. Вот агент, да, вот вы выбираете агента и указываете IP-адрес. Нужно указать IP-адрес вот этого всего дела. Значит, смотрим мой IP-адрес моего сервера. Вот он, 161, чего-то там, да-да-да-да-да. Так, есть. Давайте мы сюда это дело все скопируем. Так, вот так, это я нажму remove. Вот он. Дальше. Следующее, что нам нужно, пойти в темплейт. И вот это очень важный момент, коллеги. Нужно найти темплейт. Значит, у меня это Linux система, да, поэтому Linux, вот видите, темплейтов здесь много на самом деле. И Zabbix агенты, и тут все, что хочешь, есть на самом деле. Значит, меня интересует темплейт OS Linux by Zabbix агент. Так, есть. Вот можно по IPMI что-нибудь там мониторить. Макросы тоже какие-то тут есть. И так. Encryption. У нас будет без encryption, без ничего. Так. Ну что, смотрим там в статье, что-то там нужно добавить. Значит, еще раз, Zabbix агент. Значит, Linux сервер. Вот. И в принципе все. Затем перейдите в шаблоны, нажмите выбрать. Выберите шаблон, займемся типа вашего хоста. Значит, select и выбрать OS Linux. Так, у меня OS Linux и так выбран. Update. Ну и в принципе все. Значит, и в принципе все. Так, проверяем. Значит, нажимаем add. Значит, add. Так, добавился. Значит, ну вот, собственно, он у меня уже, видите, активный. Значит, единственный момент, то, что нужно поставить агента на вот том как раз сервере, да, то есть вот, который, на котором это все дело, который я хочу мониторить. Значит, как это сделать? Опять я вернусь вот сюда назад в статью. Нужно добавить репозиторий, там вот в самом начале, где мы добавляли репозиторий. Давайте мы это дело сейчас быстро
как говорится, проделаем. Вот, и, собственно, будет нам счастье. Так, PHP нам не нужен, это не нужно. Мы добавляем репозиторий. Репозиторий, так, где он делся? Вот, кстати, мы можем вот посмотреть вот здесь, вот, да, репозиторий добавить. Значит, у меня это, что у меня это за сервер, дай бог памяти? Значит, cat, etk, lsb, release. Что это такое? Это у меня 18 Ubuntu. Во, это у меня 18 Ubuntu. Соответственно, мне нужен репозиторий, агент для Ubuntu, причем для 18. Да? Вот, собственно, мне нужно вот добавить вот этот вот пакет, установить. И потом можно будет установить только агента. Да? Давайте мы прямо сейчас это и сделаем. Значит, так, устанавливаем. Так, есть. Этот тоже добавляем. Добавляем. Так, устанавливается. Так, apt update. Update. Так, сейчас мы вот здесь вот нужно change settings. Я добавлю шрифты. Размер полужирный 16. Применить apply. Во, все здорово. Теперь все будет видно. Ну, а дальше мы ставим просто забег с агента, да. И все, больше нам ничего не нужно. Значит, apt install. Значит, Zabbix агент. Так, агент у меня пошел, устанавливается. Значит, установился. Ну что, здорово. Значит, что здесь дальше там надо сделать? Давайте посмотрим по статье. Значит, единственное, что там нужно где-то прописать логин, пароль, чтобы куда там отправлять логи. Вот. Вот наш агент, вот так, вот, значит, сервер, нужно указать IP-адрес сервера. Ну что, давайте укажем IP-адрес сервера нашего. Так, агент, vim, так, Ctrl-A, так, еще раз vim. Значит, так, вот наш тут, так, где наш тут сервер. Так, сервер, source IP, так, а где у нас сервер, options, так, еще раз ищем сервер, так, вот наш сервер, так, сервер, да, значит, вот по умолчанию тут стоит 127.0.0.1, а нам нужно исправить на IP-адрес нашего сервера. Значит, чтобы узнать IP-адрес, ifconfig, вот IP-адрес нашего сервера, вот он. И мы его туда, как говорится, впишем. Так, insert. Так, shift, insert. Так, все есть. Все есть. Так, ну что, здорово. Значит, что там дальше? Дальше нам нужно перезапустить его, да? Значит, system. Ctrl, значит, рестарт, Zabbix агент. Так, все, перерестартанули. Значит, смотрим, работает или нет. Статус, да, все запустилось, прекрасно работает. Так, возвращаемся в наш Zabbix. Наш Zabbix, где наш Zabbix? Вот он. Собственно, давайте мы его, значит, disable сделаем. Вот. Значит, подключился он у нас или нет. Так, значит, disable. Так, enable. Так, подключается. Чего там? Connection because of access permission. Ай-яй-яй-яй-яй. Что за access permission? Receiving empty response from Zabbix agent. Так, ай-яй-яй. Так. Вот, все, он у нас загорелся зеленым и, в принципе, заработало. Здорово, значит, ну что, теперь можно что-нибудь промониторить. Вот, что-то можно промониторить. Давайте посмотрим, какие тут айтемы есть, что тут вот у нас есть. Что у нас тут вообще есть? Значит, так, вот он у меня, видите, весь зеленый. Значит, так, графс. Что тут можно мониторить? Так, CPU. Вот настройка, да.
Ну, давайте попробуем. Да, так теперь, коллеги, самое важное. Ну что, у меня все подключено, да, вот. Теперь важно это вот подключить на дашборд. Вот, значит, дашборды, где создаются дашборды? Вот здесь вот сверху, create dashboard. Вот, тут можете написать my dashboard, my. Так, 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 нажать apply. Ну и тут вы, собственно, добавляете ваши, собственно, виджеты. Вот. Ну, давайте попробуем что-нибудь добавить. Значит, refresh 10 секунд, show line is 25. Ну, тут можно это все настраивать. Как говорится, что вы хотите, то можно и забабахать размеры и все остальное. Так, так, стоп, стоп, стоп. Ой-ой-ой, так, еще раз. Значит, значит, так, а что это такое у нас? Action log. А, вот clock. Стоп, подождите. Так, еще раз. Edit. Значит, discovery, graph, значит, так, так, plane, так, про, так, 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 значит, discovery status, давайте discovery status, так, каждых 10 секунд, так, стоп, потерял, как добавить. Так, 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 так. System. Так, 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 так. Так, это localhost, а мне нужно не localhost. Так. Так, а мне нужен не localhost, а мне нужно его подредактировать. Так, так, так. А, блин, вылетело. Так, откуда же? Так, host availability. Alex agent. Так, default. Так, 10-30 секунд. Apply. Так, total 2. Total 2. Total 2. Так, так, стоп. Так, сейчас посмотрим, где это добавить, коллеги. Предлагаю график классик. График классик. Прекрасная идея. Давайте сделаем график классик. Так. График классик. Так. Так, simple. Так. 10 секунд. Так, select. Type host. Значит, он у меня назывался SRV. Вот он у меня. Так, ну что, давайте CPU, да, CPU, давайте CPU usage. Так, каждые 10 секунд, да, каждые 10 секунд. Так, apply. Ну и вот, собственно, да, вот теперь мы мониторим наш сервер. Значит, давайте я загружу его чем-нибудь. Значит, чем его можно загрузить? Ну, например, сделать apt update, например, чтобы хоть какая-то нагрузка была. Значит, что-то там произошло, мне ничего не произошло. Значит, apt upgrade. Upgrade. Да, значит, что-то там обновится. Yes. Значит, ну вот сейчас вот каждые 10 секунд нагрузка должна возрасти. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну давай, нагружайся. Ну вот, собственно, коллеги, дальше задача следующая-то какая, по большому счету. Дальше, вот, да, растет, видите, нагрузка растет. Вот, растет, растет, растет. Значит, следующая задача всего масштаб. Этого дела, значит, масштаб, как масштаб увеличить? Плохо видно. Просто плохо видно. Давай увеличим вот так. Ну, там растет, да, что-то там видно, да. Значит, смысл, дальше, коллеги, следующая задача всего этого дела, это добавлять дашборды, настраивать, добавлять узлы и так дальше. В принципе, это все несложно. Значит, save changes, да, вот тут нужно сохранить это все дело, и тогда будет видно. Вот, собственно, видите, у меня уже вот это дело все подросло, подросло. Ну и вы можете тут тоже менять параметры. О, видите, каждых 10 секунд происходит обновление. Значит, так, что тут у меня все, да, у меня уже все тут обновилось. Ну и сейчас опять оно все упадет. Будет сейчас все падать каждые 10 секунд. Вот такая вот история. Значит, ну что, друзья, мы справились с задачей.
Все у меня получилось. Zabbix агент подключен. Можно ли подключать Cisco? Да, коллеги, Cisco тоже можно подключать. Подключается Cisco достаточно таки несложно. Значит, как подключать Cisco? Скидываю вам одну из лабораторных работ. Значит, вот вам пример ее. Да, я вам сейчас скину прямо ссылочку. Ctrl-C. И здесь, собственно, Ctrl-V. Ctrl-V. Вот Ctrl-V. Ctrl-V. Значит, можно подключить Cisco по SNMP. Подключается это аналогично, несложно. Единственное, что там, где темплейт, нужно написать Cisco, и у вас это дело все подключится. Таким образом, вот, значит, видите, вот мой CPU usage здесь, здесь видно, да, то есть было увеличение употребления процессора, использования процессора. Вот такая вот веселая картина. Поэтому можно все это дело мониторить. Для чего? Для чего мониторинг, коллеги? Самое главное, что вы должны понять. Если что-то происходит, вы должны первое это видеть. Это раз. Почему? Потому что тогда будет расти ваша доступность. Доступность ваших серверов, доступность ваших ресурсов, доступность всего этого дела будет существенно увеличиваться. Поэтому это тоже нужно делать. И с точки зрения безопасности нужно профилировать сеть, профилировать сервера. То есть если вы видите, что растет нагрузка почему-то ни с того ни с сего, то это означает что? Это означает, что вас кто-то ломает. Понятно, да? То есть, если вот никогда не было нагрузки, а сегодня под 100% что-то не то. Поэтому нужно мониторить с точки зрения еще и безопасности всего этого дела. Так, ну что, агент у меня установленный, да, все здорово, прекрасно, прекрасно. Ну что, давайте Cisco добавим еще, наверное, да? Давайте Cisco добавим. Кто за Cisco, пишите плюс. Кто за то, чтобы Cisco добавить, давайте пишите плюс. Значит, вот у меня здесь, видите, все зеленое, enable. Зеленое все есть. Давайте добавим еще Cisco. Значит, что мне для этого нужно сделать? Так. Latest data, вот graphs. Вот можно тут что-нибудь посмотреть. А, во, коллеги, смотрите, как просто. Вот вам, пожалуйста, процессы. Вот он рисует. Давайте мы еще сейчас Cisco добавим. Тут вот какие параметры есть. Disk utilization. Вот, пожалуйста, все оно нам красиво рисует. Все у нас есть. Вот, memory utilization, вот, пожалуйста, все у нас тут одни сплошные графики. Остается только выбрать, что вам нужно из этого всего дела. Вот, так, ну что, поехали дальше. Давайте мы добавим Cisco. Значит, что мне для этого нужно? Что-что? Да, Cisco, хотят все Cisco добавить, да? Значит, так, ну, здесь у нас в мониторинг они уже все добавлены, да? Нам нужно пойти вот сюда, в configuration, hosts. И, значит, здесь у нас два хоста. Это, собственно, сам Zabbix и мой сервер. Давайте добавим Cisco. Значит, как мне добавить Cisco? Значит, нужно нажать Create Host. Так, Create Host. Нажал, значит, дальше. Hostname. Значит, что у меня будет за Cisco? lab.edu-cisco.org. Значит, это у меня... Значит, что это такое у меня? Это у меня вот такой вот наш есть, значит, стойка с оборудованием. То есть это реальная вся техника. Это у нас стойка с оборудованием. Вот там вот такое вот оборудование. И сейчас я хочу вот это все дело добавить вот туда на Zabbix, чтобы можно было, как говорится, мониторить. Значит, групп, что там у нас, Network Devices, что-то там такое, Network Devices, вот групп у нас. Значит, интерфейс агент. Собственно, здесь нужно указать IP-адрес моей Cisco, да? Да, здесь важный момент. Смотрите, здесь стоит агент, а мне нужно поменять на SNMP. Как это сделать? Я нажимаю Add. И здесь, смотрите, есть SNMP. SNMP. SNMP должен быть версии 2. Коллеги, SNMP версии 2. Вот, и вот здесь нужно указать IP-адрес. Как мне узнать IP-адрес? Значит, нужно пропинговать. Значит, ping lab.edu-cisco.org. IP-адрес у меня вот такой вот, да? Вот такой вот, 176 чего-то там. Значит, я его возьму, скопирую и вот сюда, как говорится, пропишу. Дальше, напротив агента нужно нажать remove, удалить. Видите, да? 176, да-да-да-да-да, SNMP. Так, дальше, переходим в templates. Вот это очень важно. Templates. И здесь нужно поискать templates. Значит, здесь мы пишем Cisco. Здесь высветится много чего. Значит, мне нужен обычный классический template Cisco EOS SNMP V2.
то есть ничего лишнего не нужно, да, V2. А, вот, собственно, такой вот темплейт. Я нажимаю «Добавить». А, и, в принципе, все. Значит, вот мой хост. Значит, да, обратите внимание, он стал у меня зеленый, но пока не светится. Да, сейчас посмотрим, должен заработать. Так, «Enable», «Disable». Так, видать, что-то забыл. Так, включаем. Так, не хочет. Не хочет. Так, значит, мы его сейчас немножко, как говорится, подредактируем. Подредактируем, что-то забыл, завтыкал. Сейчас, секундочку. Так, исправим. Значит, так. 161 порт. Так, темплейт Cisco. Так, вроде ничего не забыл, вроде ничего не забыл. Так, encryption нету. Так, группа для темплейтов. Так, linked template. Так, хорошо. Ага, во, вот здесь нужно добавить. Все. Значит, еще раз. Cisco. Cisco EOS SNMP. Cisco EOS. 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 Так, SNMP. SNMP. Так, вот это, по-моему, да? Значит, или что это такое? По-моему, оно. Так, а, вот здесь вот. А, так, это не сюда, значит, апдейт. Еще раз апдейт. А, не хочет. Так, значит, так, что-то завтыкал. А, значит, это, а, значит, тут нужно, наверное, для группы девайсов, да, network, по-моему. Нет, это не то все. Это не то все. Это не то. Template, да-да-да-да-да. Не оно. Так, could not template link to another template. Муза, да-да-да-да-да-да-да. Так. Еще раз, стоп. Так, мы зашли в темплейты. Нам нужен хост. Еще раз, где наши хосты? Configuration host. Так. Новый. Там есть один темплейт. А, линк... есть один темплейт. Хорошо, так, стоп. Темплейт, так, групп, network device. Так, тут все правильно, должно работать. Так, что я где потерял? Так, Cisco EOS. Так, где-то что-то завтычил. Так, а, макрос нам нужно. Смотрите, тут, во, вспомнил, что нужно. Значит, тут нужно тут указать нужно вот этот вот макрос. Все, сейчас мы исправим это дело. Там нужно указать, так, где моя эта PDF-ка, которую я вам давал. Значит, там нужно указать community. Вот этот вот community нужно указать, значит, тогда будет работать. Значит, community у меня какой указан? У меня my community. Значит, тут нужно указать вот эту вот штуку. Значит, а чтобы ее указать, так, а где она у меня делась? Так, это не то. Так, где-то она у меня тут была. Была, не здесь. Значит, здесь нужно указать макрос my community. Значит, так, где-то оно тут где-то было, сейчас я найду его. Значит, вот здесь, не тут, вот тут, если вот так развернуть, тут SNM, значит, а тут было как-то My Community, или где-то оно тут в макросах указывается, так, сейчас я найду эту. Секунду, коллеги, где-то у меня тут, а я только что же это дело все делал. Значит, где-то я добавлял себе в избранное. Сейчас быстренько мы найдем. И будет у нас еще Cisco рисовать красивые темплейты. Значит, там вот важно что? Вот указать community, и тогда будет, как говорится, арбайтен. По умолчанию паблик, если не меняли на Cisco. Меняли, я менял. Так, а где же его добавил? Я где-то же добавлял только что в избранное. Где API адрес там написать? Рекомендую.
Так, не, а не оно, где-то я добавлял, где-то, что, что дописать? Интерфейс, хост. Где там API написать? Так, вот здесь. Вот здесь комьюнити, да? Так, Ctrl-A, Ctrl-C, я на всякий случай скопирую. Здесь нужно написать My Community, и оно будет работать. Вот в чем проблема. Так, Ctrl-C. Ctrl-V. Так, Update. Так, Timeout. Так, 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 так. Сейчас он заведется, никуда не денется. Так, так, сейчас заведется. Синтаксис другой пишет. Другой синтаксис. Так, кто помнит, как там комьюнити вписывается? Так, значит, это мы возвращаем назад. SNMP community. Где-то там комьюнити прописывается. Если его вписать, то будет нормально все. Так, сейчас мы, давайте я сейчас найду, я избранный открою. Так, закладки где-то только что ж добавлял это все дело. Так, значит, поиск, показать закладки. Значит, Zabbix, все закладки, Zabbix. Так. Циска, как там она у меня, так, так, только что искал, только что добавлял где-то, значит, вот с комьюнити там проблема, нужно ее вписать как-то, и тогда вообще без скобок все написать, или просто my community, просто написать my community, и будет нормально, my community. Так, my community. Так, update. Так, disable вообще не хочет. Вообще не захотел по SNMP общаться. Ай-яй-яй. Так. Так, не хочет, не хочет. Значит, нужно здесь комьюнити прописать без скобок. А, не, надо со скобками все равно. Так, как же мы вписывали? Мы там с комьюнити, да? Ну, давайте погуглим, попробуем найти еще раз. Cisco connect, connect to Zabbix. Zabbix. Так, что мы найдем? Где-то же... Где-то... Touch. Так, 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 так. Вот где-то я читал это, буквально сегодня читал. Значит, где-то читал, буквально сегодня читал, что там нужно вписать комьюнити. Комьюнити, и тогда вот, вот эта статья. Значит, где-то комьюнити, Ctrl-F, комьюнити. Значит, так, это Cisco. Что правильно говорят, то в комьюнити тоже нужно указать. Будет, ну, и потом подождать, и будет все работать. Так, что написать? Комьюнити и все? В чем? Так. Там правильно, там где API использую, там правильно. Потом перейти в комьюнити. Так, еще раз перехожу. Так, еще раз потерялся. Тут комьюнити, правильно? Да, тут правильно. Так, дальше, куда перейти? В Mac. В макросах, и тут тоже нужно вписать комьюнити, да. Да? Просто комьюнити? Нет, там да. Через скобки пишут. Там же, нет, без скобок. My community. My community. Так, хорошо, апдейт. Так, а не хочет. Invalid macros, incorrect. Нет, так, 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 так. Не, он как-то со скобками сюда вписывается. Я уже вписывал сегодня my community. Так. Апдейт. Так, все, стал зеленым. Здорово. Все, подключено. Enable.
Да, все, коллеги, надо было писать просто my community. Так, ну что, переходим в мониторинг, смотрим хост, смотрим на мою циску. Вот она. Так, нажимаем на нее. Что тут, the latest data. Давайте посмотрим, что она тут присылает. Так, ну что, вот uptime присылает нам. Значит, моя циска работает 17 дней. 1 час 55 минут. Вот, пожалуйста, все это дело есть. Вот, что-то тут даже рисует. Вот, значит, так, а что ж тут еще есть? Значит, загрузка ICMP. Это что такое? Это что-то тут есть? Значит, ну вот что-то наша циска присылает. Значит, даже что-то есть. Вот, вот такая вот интересная история. Так, так, еще раз. Так, циска. Значит, latest data. Вот, пожалуйста, все это дело есть. Ну что, здорово, здорово. На самом деле все получилось у нас. Да, надо комьюнити прописывать. На самом деле, где тут статья по циске? Там на самом деле это несложно делается. Нужно, да, значит, вот первая команда, нужно обязательно прописать комьюнити. Значит, у меня my community. Дальше, location, контакт, это все не обязательно. Дальше, вот это вот сервер, хост, да-да-да-да. Вот здесь тоже важно, коллеги, написать IP-адрес. Да, то есть как циску подключать? Пишите IP-адрес вашего Zabbix. А вот здесь, где Cisco Lab, вы вписываете My Community. Трапы не обязательно включать. Список контроля доступа тоже не обязательно. Таким образом, получается, что для настройки циски нужно всего-навсего вот такие вот команды, да, ну и вписать там community, то есть у меня, собственно, вот так вписывается my community, собственно, community, вот то, что вы вписываете community, вот так вот. Значит, этот, собственно, для тех, кто будет прописывать, да, здесь вписываете IP-адрес вашего Zabbix сервера, да, то есть IP Zabbix, вот, собственно, для вас готовая инструкция, как это дело все включать. Это все на циске. Вот это еще раз. Это на циске, это в Zabbix'е. И будет, как говорится, счастье. Так, ну что, у меня тут что-то даже присылает это все дело. Даже что-то там видно. Здорово. Есть вопрос? Прекрасно. В основном мониторить с помощью агента или по SNMP? Почем лучше мониторить? По агенту или по SNMP? Тут смотря что у вас есть. Если у вас Linux, то, наверное, лучше по агенту. Если у вас Windows, то же самое, лучше агентом. Если у вас какая-то специфическая техника, то лучше по SNMP. То есть тут смотря что у вас с теми лучше мониторить. Смотря еще какие параметры вам нужны, да, что вам присылает. Потому что, вот видите, у меня SNMP что-то присылает вот в хостах. Там, да, ну что он присылает, вот пока не особо ясно, да, то есть какие-то, значит, собственно, configuration вот даже можно получить, ой, так это не надо, значит, что-то даже присылает, ну, смотря что, да, есть вопросы, задавайте, да. Как происходит взаимодействие Zabbix с агентами? Zabbix периодически опрашивает агентов или агенты соединяются с серверами? Значит, как происходит взаимодействие с агентами? Опять-таки, вот здесь вот у нас все прописано, да, то есть если мы это дело все нажмем, вы здесь, они общаются друг с другом, коллеги, то есть вы можете, что агент ломится, что, смотря как вы там еще это дело настроите, то есть вам нужно, это двухстороннее общение, и туда, опять-таки, зависит, как там все настроено, но опять-таки, они вас должны друг друга видеть, то есть если там над какой-то еще что-то, то нужно это дело все. Вот порты, видите, здесь порт 10050, надо, чтобы порты были открытые. Вот, если это прописать, вот как у меня, то будет все видно, будет все работать. Да, еще вопросики. Прикручивание сертификатов будет? Прикручивание сертификатов к WebMord, это несложно, значит, прикрутить сюда HTTPS вообще несложно. В блоге куча статей, как прикручивать HTTPS. Мы плюс сделали 2 или 3 мастер-класса, я уже задолбался рассказывать про Let's Encrypt, поэтому это мы упускаем. Это несложно, делается буквально одна команда. Есть ли смысл обновлять версию Zabbix на более последнюю? Используем версию 2.4.7. Есть ли смысл обновляться до последнего Zabbix? Смотрите, тут есть нюансы с темплейтами. Что хорошо в новом Zabbix? Вот вы видели, я сегодня его клацал. Здесь есть подстановка, то есть если я хочу вот тут в темплейтах взять что-то добавить, я вот, например, пишу Cisco, видите, мне оно подсказывает, то есть вот
ну, как бы последний JavaScript, вот подсказки с JavaScript, это как бы классно, это здорово. Но если у вас как бы там все настроено, то я бы ради этого не обновлялся. Ну и плюс вы и так знаете, как называются ваши темплейты. А как добавлять темплейты? Как добавлять темплейты? Значит, темплейты находятся... Значит, темплейты находятся... Так, где я их видел? Значит, они находятся в темплейтах. Так, значит... А вот если вот так нажать, то переходишь прямо в темплейт. Они находятся в Reports Templates. Вот здесь вот их можно найти. Значит, их тут на самом деле много. Смотрите, сколько тут темплейтов. Значит, можно мониторить Apache отдельно, можно Docker, можно FTP серверы, можно HTTP, LDAP, IMAP, NTP, SSH, блин, и, короче, тут дохера всего, DB, SQL, ну вот список офигенно длинный, я его не буду весь читать для экономии нашего с вами времени. Как настроить авторизацию записи стороннего веб-приложения для импорта графика? Как настроить авторизацию? Значит, это вам нужно читать API. Значит, API по умолчанию активированы. Нужно читать на сайте Запикса API. Значит, где активируется API? Значит, где-то тоже видел, кстати. Так, сейчас попробую быстро найти. Значит, в Запиксе есть такая штука, как API. По умолчанию эта штука активна. И вот через API у вас будет происходить эта вот авторизация. Значит, кстати, можно, может быть, через юзеры, вот здесь вот, вот в юзерах тоже можно добавлять, собственно, пользователи, скорее всего, что это или вот через пользователей создается пользователь вот здесь вот, и соответственно можно будет подключаться именно через так, что такое шары, через пользователя, то есть аутентификация здесь вот происходит. Так, просят показать, как править, редактировать триггеры, мип-триггеры. К примеру, на оповещение о свободном месте меньше 20% или по загрузке на сервере. Так. И также как самому вот этот шаблон темплейт создавать. Значит, создавание темплейтов, триггеров, коллеги, я предлагаю вот остановиться, потому что уже пошел второй час. Как бы сидим. Значит, на самом деле все в Запиксе очень сильно хорошо описано. То есть, вот если вы думаете, что там что-то суперсложное, я вот вам открою сайт Запикса. Вот здесь вот, значит, где-то тут в конце есть ссылка. В нашей статье в конце есть ссылка в документации на Запикс. Все на русском языке. Все расписано, прям вот совсем расписано. А, вот с примерами. Так, значит, вот. Давайте мы переключимся на Zabbix Documentations. Значит, вот тут есть мануалсы. Значит, можно переключить на русский язык. Zabbix полностью руководство, смотрите, переведено на русский язык. Здесь есть вот примеры, поэтому не ленитесь. Вот API, кстати, вот по поводу API, кто спрашивал. Значит, здесь эта структура, да-да-да-да-да. Кстати, вот как по API подключаться. JSON, REST API, вот, пожалуйста, все это дело есть. Значит, это все еще раз расписано на русском языке, коллеги. Все прям вот совсем сделано на русском языке. Вот, поэтому не ленитесь. Значит, скидываю вам, да, переключаемся на русский, скидываю вам ссылку вот прям на русскую прям версию. Там все детально расписано. На самом деле там несложно. Вот. Поддерживает ли Zabbix шифрование агентов? Поступил вопрос. Да, последний Zabbix поддерживает шифрование агентов. Все там это дело есть. Так. SNMP версии 3 поддерживает? Поддерживает ли 3 версии SNMP? Да, но там нужно дохера, извините меня, помудохаться, чтобы у вас это все заработало. То есть если у нас для 2 версии, вот на CISC я вводил всего 3 команды, я указал community, указал, собственно, версию, да, и трапы активировал, и как бы и все, да, вот. И то фактически трапы можно не активировать, да, то есть вот трапы это как бы не особенно важная как команда. То есть нужно всего-навсего для 2 версии нужно 2 команды. Если вы хотите 3 версию, то там команд будет побольше. Ну, это есть, кстати, где-то здесь вот в курсе. Значит, вот в этом вот курсе где-то это тоже тут где-то было. Вот. В смысле, это детально изучается в курсе CCNA. Поэтому вот, здесь 2 версия. Ну, где-то там и 3 есть. Но смысл такой, что можно настроить, но только там команд будет больше. Ну и, соответственно, больше параметров, больше сложнее всего.
Микротик можно подключить для мониторинга? Можно ли подключить микротик? Да, можно. И Active Directory. Active Directory тоже можно. Значит, теперь по поводу так, reports, где наши тут темплейты, так, триггеры, Значит, вот здесь вот где-то микротик тоже видел. Ну, есть микротик, коллеги. То есть микротик это не самое такое сложное устройство, которое сложнее всего, как говорится, настраивать. То есть вот все можно подключить. Все. SNMP как бы стандарт хавается, все. Так, друзья, ну что? Давайте, как говорится, заканчивать нашу сегодняшнюю... Да, можно есть... по мастер-классам. Все проголосовали. GLPI. GLPI. Хорошо, сделаем по GLPI. Голосование было. Комьюнити решила. Значит, ну что, у меня все рисуется, все красиво, все прекрасно. Все работает. Сложностей с этим нет. Надо быть внимательным. Особенно всякие там My Community, где-то там в скобках, где-то без скобок. Вот. Поэтому система на самом деле простая и подсказывает. В принципе, все подсказывает. То есть документация полностью на русском языке. Поэтому ставьте, не ленитесь. Как бы для первого раза, для того, чтобы у вас это получилось, вы на самом деле сегодня получили абсолютно все. Все, что для этого нужно. Значит, друзья, что важно? Важно знать сети, важно знать Linux, важно знать программирование и безопасность. Вот это очень важно. Поэтому я вас приглашаю, собственно, дальше на курсы. Приходите, учитесь. Вот, потому что это дело все связано друг с другом. И без этого не получается, как бы там ни было. Очень важное сейчас требование к работодателям – это знание Забикса. Вот работодатели требуют, чтобы вы понимали систему мониторинга. Как пример, я вам только что скидывал PDF-ник из курса CCNA, где это дело изучается. Но CCNA – это сети, понимаете, а это вот Забикс – это Linux. Поэтому вот все на стыке технологий. Поэтому если вы хотите нормально зарабатывать, то нужно это дело все понимать. Поэтому приходите. Мы вас этому научим, попробуйте, настраивайте, и как результат будет выше заработная плата. Плюс мы помогаем с трудоустройством. То есть, если у вас есть желание, то мы можем помочь с этим делом тоже. Причем мы трудоустраиваем в большие международные компании. Вот, соответственно, там зарплата в долларах или в какой-то другой валюте. И как результат можно жить спокойно и, как говорится, говорить слава Богу за то, что, как говорится, все хорошо. Вот такая вот история. Как получить глубокие знания по Linux? Я вам рекомендую начинать с курса введения в Linux. Дальше. Это курс Learning by Doing. За ним идет основы Linux, за ним идет LPIC. Вот, соответственно, нужно это дело делать. Курс по Linux очень классно сделанный. Левая сторона это учебник. Текст в смысле, а правая сторона это консоль. Соответственно, вы читаете учебник и прямо вбиваете в консоль. Как результат, learning by doing. То есть, делая, обучаюсь. Или обучаюсь, делая. Очень, кстати, удобно. Поэтому рекомендую. Да, друзья, значит, ставьте лайки. Лайки, чем больше лайков, вы меня мотивируете на самом деле. Поэтому больше лайков, больше мастер-классов, все больше, все больше. Вот, пишите комментарии для тех, кто будет смотреть в записи. Пишите комментарии, спрашивайте. Я на комментарии отвечаю. Вот в комментариях стоит фильтр на маты, поэтому если вы там пишете маты, то фильтр есть. Поэтому не говорите потом, что там что-то удаляются мои комментарии. Пишите нормальные слова и будет все окей. Будет ли запись? Да, все записывается, запись будет обязательно. Повторяйте, пробуйте. $100 вы получили, это важно. Теперь вот осталось дело за вами, брать и делать. Вот кто делает, тот двигается вперед. Значит, на этом все. Всем любви, терпения, мир дому вашему. Берегите себя, своих близких, несите тяготы друг друга, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, друзья. До встречи.